Ребята, всем привет! Зина, ты только посмотри, сколько у меня динозавров игрушечных. Как их много. Вот, посмотри. Привет, ребята! Петя, у меня тоже они есть. Вот, посмотри, видишь их сколько? Вот такие у меня динозаврики. Что у тебя их совсем мало? У меня их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У меня их 7. Ну, у меня они побольше, чем твои. Твои вообще какие-то мелкие. А у одного только вообще хвост отгрызанный. Хвост отгрызанный. Это он в бою потерял его. Ага, конечно, в бою. А у меня они зато все чистенькие и целенькие. А у тебя нет. Зато твои какие-то мягкие. А мои, смотри, какие боевые. Вот, смотри, с рогами и шипами. С какими. А твои с какими-то мягкими шипами. Ладно, давай не будем спорить, у кого лучше динозавры. Давай, наверное, лучше с ними поиграем. Я предлагаю нам с тобой поиграть в каком-нибудь фильм или мультфильм про динозавров. Есть, например, «Парк юрского периода». Есть, например... Так. Да, я вспомнил. А какие еще есть мультики про динозавров, ты помнишь? Я только «Парк юрского периода» что-то вспомнила. Есть мультик «Земля до начала времен». А, точно, точно. Вот что, будем играть «Парк юрского периода» или «Земля до начала времен»? Вообще, для «Парка юрского периода» у нас нет тираннозавра. Да, тираннозавра нету. Так, «Земля до начала времен» там был длинношеий динозавр. Длинношеий есть. Потом тератопс, который вот с рогами он есть. Потом летающий вот есть у нас динозавр. В принципе, или был еще такой документальный фильм, назывался «Прогулки динозавров». Может быть, его снять? Ну, можно, в принципе, и его снять. Давай подумаем. А давай лучше, чтобы нам... Ребята написали, да, точно, ребята напишите, какой фильм или мультфильм про динозавров вы хотите посмотреть в нашем исполнении с помощью вот этих игрушечек. Вот. Вот такие у нас игрушки, у Пети вот такие игрушки. У меня такие. Вот. Напишите название фильма, и какие будет название больше всего, тот фильм мы или мультфильм мы переиграем с нашими игрушками. То есть перед снимем. Вот. Да, кстати, отличная идея, ребята. Ну все, ребята, тогда давайте пишите. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.